После развода с любвеобильным мужем турком Ани Лорак долго скрывала от посторонних свою личную жизнь. Можно было только догадываться, что не так уж она одинока в Испании, где, по ее словам, всю себя посвятила духовным практикам. Как выяснилось позже, помогал артистке обрести внутреннее равновесие некий йог Исаак Виджраку. И вот, наконец, в день влюбленных певица больше не смогла держать в себе рвущееся наружу счастье и опубликовала совместное фото со своим гуру и все объясняющую надпись. Призывает Каролина Куёк и даже добавляет сердечко для полной ясности. Но вместо того, чтобы радоваться за певицу, поклонники начали выражать обеспокоенность. По их мнению, 44-летняя звезда снова наступает на те же грабли, что и с бывшим мужем. «Очередной Альфонс, опять приживала какой-то, это твой новый бывший?» пишут в комментариях, хотя и желают знаменитости, чтобы эта любовь была с ней навсегда. О новом избраннике Ани